Сегодня 17 июня 2024 год. И куда мы все отправились, красивый папа? Куда-то отдыхать поехали, да? Вернее сказать, папуля. Был отцом, стал папулей. А вы куда поехали? Маму встречать, маму встречать. Поехали за Лялей. И все, только маму? И за сестренкой? Милане, да. За Миланенькой поехали. Так что жди, мама, нас, мы едем. Спасибо. Спасибо вам. Простите, вообще не болейте. Всего вам хорошего. Спасибо большое. До свидания. До свидания. За дочку. Читай, читай. Я сейчас сама плакать начну. Ждут. Ждем, ждем. Ждем. Ой, еще один уже прибыл. Скажи, что там? Ждем, ждем, целый час. Замерз где-то. Да, да, да. Едут, купили, лянь. Купили, купили. Давай. Сибанока. Приездом. Лея, так встречаются. Можно еще. Прямо вот. Ага. Так хорошо встречают. Ну что ж не едет. Конечно. Посмотри, какой. Ой, мама, милая. Что такое? С возвращением. Здоровья, здоровья и счастья, мама. Там все мамонтово на ушах. А что, прикинь? Она так не знала, так и выходит, ничего себе, тут шалман такой с шарами. Все такие медсестры там, все это. Ух, я не знала, что пацаны. Все, ладно, заходите. Заходите. Милане, молись, давай. На обед пришли. Молись и это. Молись, крест. С миром принимаем. Крест лучше держи. Молись. Она-то верующая, нет? Хорошо, что верующая родилась. Платок одела? Два платка? Да, вот именно два платка. Ну, пока вот один, да. Да. Поздравляем родителей. Мы такие идем, такие это все там бабушки там встречаются. Ой, там это, сях, это. А мы еще просто идем в роддом. Поздравляем вот мамочку молодую, сделали. Красивую. Вот они, ее орлы. А там
Орлица. Благополучие. Ну и здравия, естественно, все это. И ну, чтобы дружно жили ребята, не обижали. Сестренка, она у вас одна. Покрестить ее надо. Вот. Чтоб верующая была. Я имею в виду, сейчас праздник, потом хоть с девушкой. Все, спаси Христос.